Скрытый энергетический источник – это такое условное обозначение мест в теле человека, который в состоянии вырабатывать определенный вид энергии, отличающийся от всей остальной по степени обработки и усваиваемости. И под энергетическими источниками понимаются, проще всего понимать железы внутренней секреции, хотя немножечко они отличаются от комбинации центров или комбинации мест, которые в состоянии вырабатывать дополнительный источник энергии, как киноварное поле, скажем, или матричные точки. И, то есть это очень важный ресурс и источник энергии, который в даосской традиции связывается с энергией дзин. То есть что такое гормон или фермент? Это высокообразованная молекулярная структура, которая в состоянии генерировать энергию. Она необходима нашему телу для чего-то. Все остальное как бы уничтожается или растворяется, или отдается пространству. А в алхимии очень важно этот вид энергии, который естественно вырабатывается у нас, уметь использовать для внутренней работы. Не просто для физиологических каких-то аспектов, а для того, чтобы получить дополнительный источник энергии. То есть алхимия использует вырабатываемую энергию естественным образом, дзин, и работает над тем, чтобы эту энергию можно было выработать.